На улице Карла Маркса в доме номер 54А вчера случился пожар. По словам свидетелей происшествия, около 9 часов вечера был слышен звук падения, после чего произошел взрыв. Окна в квартире на 5-м этаже выбило взрывной волной. В этот момент житель соседнего дома со своей девушкой возвращался домой. Молодой парень услышал крики прохожих и вызвал службу спасения. Хорошо была дверь открыта от домофона. Я туда поднялся, там 5-й этаж полностью весь в дыму, открыта дверь. Но как бы я понял, что если дверь открыта, я думал, что кто-то уже вышел. Но как бы в подъезде я никого не наблюдал, и я решил просто посмотреть, есть ли кто. И там бабушка была в самом коридоре, она уже лежала, то есть мне пришлось ее вытащить, она говорит, там еще один. Я зашел в квартиру, и там был уже еще дедушка, он был на кухне. Ну, то есть он уже выходил с кухни, но был в очень пошатанном состоянии. Я просто пригнулся, то есть дым выше, я просто пригнулся, осмотрелся, ну, там просто невыносимо находиться было. То есть буквально там вот эти вот 5 минут, я потом уже смотрел после этого видео, там просто языки пламени из квартиры, и в подъезде уже на 5-м этаже стоять было невозможно. То есть я даже представить не могу, что было уже в квартире после этого. То есть вы успели до какого-то? Просто да, вот просто это все это так быстро было, то есть я просто забежал, вытащил их, и вот именно в тот самый момент, когда вот надо было. Александр утверждает, что зевак было столько, что это затрудняло проезд спецтехники к месту происшествия. Тем не менее, сотрудники МЧС и скорой помощи прибыли на место в течение 10 минут. Очаг возгорания ликвидировали с помощью 2 пожарных рукавов снаружи и изнутри строения. Благодаря отважному поступку и оперативной работе специалистов, этот пожар обошелся без жертв. Теперь молодого парня выдвигают на получение не просто благодарственного письма, а ведомственные медали «Содружество во имя спасения». Подробнее о происшествии рассказал Алексей Войтович. Пострадавшие уже были эвакуированы, они находились на площадке. То есть молодой человек наш, Духонин Александр Денисович, уже в данное время прибыл туда, увидел пожар, проходя мимо, сообщил в службу 112, поднялся по лестнице и вывел 2 человек, это женщину и мужчину, из горящего пламени. Соответственно, они уже по прибытию экипажа пожарных машин эвакуированы, уже находились на лестнице. Уже экипаж только занимался локализацией пожара. О случившемся мать героя узнала только утром. Парень из многодетной семьи, по словам матери, подал хороший пример не только для младших сестер и брата, но и для других жителей нашего города. Мать Александра рассказала о том, какие качества она вкладывала в сына. Ну, как-то потихонечку, помаленечку вкладывалась самое хорошее, самое доброе, что людям всегда нужна помощь, что он должен помогать. И также к тебе откликнутся люди, тоже будут когда-нибудь помогут. Я очень горда своим сыном, я его очень люблю. И за его поступки, которые он делает, я, конечно, горжусь. По словам сотрудников МЧС, неравнодушие к окружающим спасает жизни людей. Телефон службы спасения 112.